стало известно о смерти бессменного ведущего популярной детской образовательной передачи «Радио няня» Александра Левенбука. Он умер в возрасте 90 лет. Известно, что перед смертью пожилой человек почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Но там не смогли ему помочь, более того, отправили пациента во свояси. Рассказал актер фильма «Жара» Николай Тамразов. По словам друга, Левенбуку позже стало еще хуже. Поделился Тамразов с МК. Александр Семенович сам врач по профессии, но оставил это поприще ради эстрады. Он создал и 33 года руководил еврейским театром «Шалом». В нем начинала свою карьеру Алла Пугачева в 1964 году, правда, не произвела фурора на публику. Режиссер вспоминал, что будущая примадонна жутко фальшивила. Но им